Слава Украине, привет всем от Полонского. Ну что говорить, Россия великая страна. Ну давайте разберемся, насколько великая. Какая она великая? О том, какая страна великая, можно судить прежде всего, почему правильно? По благополучию ее граждан. Ну а граждане России грязные, ну бог с ним. Ну многие там, да, я не за всех говорю, есть люди нормальные. Очень часто немытые. Но и очень многие абсолютно нищие. Почему я так говорю? Грязных немытых оставим в сторонке, потому что как бы это такое дело, субъективное мое впечатление по некоторым индивидуумам. А вот потому что нищие, это полный капец на самом деле. Смотрите, мы это начали видеть еще у нас в Буче, у нас в Ирпене, когда они крали, да, все, что было, как саранча воровали. Начиная от блендеров и плазм со стенки, кончая унитазами и бэушными женскими трусами с вешалки. То есть это саранча выносила все, просто все. Вот. Потом в Херсоне уже это все, когда они драпали с Херсона, это к этому добавился, значит, паровозик детский. Вот. Добавились скрепки для бумаги. Карандаши добавились, пища, бумага, вывернутые окна и батареи свороченные. И такое было, да. То есть мы поняли, что только богатые люди могут вот совершать такие вот акты. Потом это все перекочевало уже на Россию туда, в Курскую Народную Республику, где опять-таки российские бандиты и мародеры, значит, потырили. Помните, что да, вот сейчас я только выставил очередную заправку в Коренево. Кстати, наши в той части Коренево никогда не были, о которой идет речь. Вот, там всегда были расисты. Вот, и сейчас там хозяйка на заправку пришла, а там все вырвано. Они даже умудрились сверху этот потолок искусственный сорвать. Ну это просто аут, это саранча, да, какая-то. Вот, то есть все забрали, это у своих же считается. Хотя не знаю, может это уже северокорейских военнослужащих они уже пригнали. О, там будет отдельная история, но там все начнется с собак из сочной травы, там немножко другая ситуация. Нет, это не северокорейцы, это россияне все сделали. Вот, ограбили своих же. Ну и то же самое в Глушково. В Глушково там вообще не осталось, говорят, ни одного промышленного предприятия и ни одного не отмародеренного дома более-менее приличного или какого-то бизнеса. Все, саранча вынесла, саранча в российской военной форме вынесла все. Вот, ну вот сейчас переходим к главному, значит, блюду на сегодняшний день. Вот я сегодня на телеграм-канале, ссылочка, как обычно, снизу в описании к данному ролику, выставил замечательный ролик о том, как производится, ну, как грабят магазин на России. Ну вот, если раньше, вы помните, ну вот, что такое было ограбление? Это, допустим, заходили люди в банк, брали банк, там золото, ну, да, что там, бриллианты всякие, вот такое все. Вот. Или же там, я не знаю, деньги какие-то оттуда с банка выносили. Ну вот, что-то такое, да, значимое. То есть, ты идешь, значит, берешь что-то большое оттуда. Не-не-не, это не то, это не из этой оперы. Богатые россияне, они не будут ходить в банк и, значит, выносить оттуда золотые слитки с долларами и фунтами стерлингов. Не, значит, последнее вот ограбление в Московской области. Москва. Пятерочка. Это же у них универмаг там, это Чикаго там магазин, не суть важно. Вот, значит, зашел чувачок, там их двое на самом деле было. Ну, на камере там один, ну, а уже потом во время драки было двое. Знаете, что он украл? Он украл 25 пачек сливочного масла. Вот это грабеж. Его попытались остановить, что вы думаете, он вытянул нож. Там началась драка. Ну вот посмотрите просто видео. Это оно того стоит. Там полторы минуты видео где-то. Оно того стоит. То есть, представляете, зажиточные россияне, точнее, два зажиточных россиянина, значит, зашли в магазин и ограбили его на целых 25 пачек сливочного масла. Ну, по-моему, вот даже вот это уже все, да, вот за этим уже нет вообще ничего. То есть это называется днище за днищем, но это уже самое днищенское днище России. Когда начинают воровать сливочное масло из магазина, причем воровать, это же не просто воровать, это с боем, это вынесли с боем, потому что их пыталась остановить охрана, но у охраны ничего не получилось, и эти, значит, торжественно ушли со своей добычей, молодцы, в семью добытчики принесли, значит, сливочное масло, вот это, я понимаю, настоящий россиянин, достойный гражданин, достойной страны.